Конечно, можете, если ваша собака пройдет проверку на профессиональную пригодность. Ее обязательно возьмут на службу. Собаки работают по следу, по поиску наркотических средств и по поиску взрывчатых веществ. А что делать, если вы обнаружили незнакомый предмет? Ответ из Запорожской области. При обнаружении неопознанного предмета важно к нему не приближаться. Отойти на максимальное расстояние и сообщить ближайшую дежурную часть полиции. Важно соблюдать правила безопасности и в быту, и на дорогах. Госавтоинспекция из Ивановской области. Вам слово!